Минувшая пятница отметилась для слонимчан рядом неординарных событий. С утра на улице Тополёвой открылось кафе, единственное такого рода в нашем городе. Вечером в районе деревни Русакова на побережье Щары стартовал открытый чемпионат Гродненской области леговых собак по болотной дичи «Щара-23» ранга ЦАЦТ. Необычный для наших мест, он и в области проходит впервые. Слово главному специалисту по кинологической работе Республиканского государственного общественного объединения – Белорусское общество охотников и рыболовов Татьяне Чумакиной. Первый раз на Гродненской земле мы проводим Гродненский областной чемпионат леговых собак по болотной дичи. Ранга ЦАЦТ. Это значит, что помимо рабочего диплома победитель будет получать при определенных условиях титул кандидат в чемпионы Республики Беларусь по рабочим качествам. А почему кандидат? Потому что нужно получить два таких сертификата, тогда вы получите чемпион. Легавые собаки – это те собаки, которые, изюминкой которых или породным признаком является стойка по птице. То есть они должны сделать обыск местности правильно. А когда причуют запах птицы, дичи, сделать стойку, таким образом указать охотнику, где находится птица. По команде охотника поднять птицу на крыло и остаться на месте. На состязаниях наша работа происходит до выстрела. То есть птица не добывается, птица улетает себе. А кто участвует в соревнованиях? В соревнованиях участвуют легавые собаки, которые уже имеют диплом вот по этому самому виду дичи. Ну, они с хозяевами приехали? Конечно, обязательно. Ведет поле. У нас будут участники из Беларуси, практически из всех областей Республики Беларусь. И будет российский участник. Открытый чемпионат Республики Беларусь легавых собак пройдет через 2 недели в 37-й раз. На него уже записалось около 60 собак, российских и белорусских. А почему решили провести на Слонимчане? А потому что здесь птица есть. Угодье очень хорошо подходит, достаточное количество птицы. Решили провести его здесь. Накануне старта этого необычного чемпионата беседуем с несколькими участниками. Среди них большинство мужчины, но есть и женщины. Как вас величать? Валерий. Откуда приехал, Валер? Из Минска. Вы часто участвуете в таких чемпионатах? Теперь уже часто. Не пропускаю ни одного практически. Заводя легавую собаку, я всегда, наверное, в первую очередь мечтал, чтобы эта собака была предоставлена не то что сама себе, а тому делу, ради чего она рождена и произведена на этот, скажем так, свет. И для меня воспитание легавой собаки – это, прежде всего, большая ответственность, потому что ну, владеть легавой собакой может каждый, на самом деле. А воспитать правильную собаку, наверное, единицы. А откуда вообще любовь к собаке? С детства. С самого детства. У меня были раньше бойцовские собаки, а это первая моя легавая. У меня есть и дома маленькая диванная собака Йорк, Йоркширский терьер. И они вместе очень хорошо дружат, но эта собака для меня прям... это подарок. Меня зовут Ольга. Откуда вы приехали? Я приехала из Минска. А почему решили приехать? Ну, не знаю, супруг всегда рассказывал, мне очень это как-то нравилось, вот, решила тоже попробовать. Так а кто больше собаку любит, супруг или... Собаку любим вместе, у собаки сегодня день рождения. Ах, вот она. Ей 2 года, да. Собаку любим вместе. Как бы брали, ну, как семейную собаку, там, для души, но муж брал себе как для охоты. Как бы вообще собака у нас, ну, у нас еще 2 детей, просто собаку все любим, всей семьей собака будет. А супруг вас на охоту когда-нибудь брал? Конечно, и меня, и детей, всех берет. На награды чемпионата претендовали 30 человек, еще 14 выступили вне зачета, тренируя своих питомцев. Соревнования рассчитаны на 3 дня и очень зависимы от погоды. В дождь птицы, что называется, неподъемные, намокают крылья. Как уже было сказано, участники чемпионата разместились на берегу Щары, но экзамены для охотников и их собак в большинстве проводились в птичьих угодьях за 12 километров от базы. Отснять видеокартинку там было сложно из-за обильной растительности, к тому уже чтобы не мешать охотникам. Но и на базе знакомства с этими умными красавцами-пёсиками впечатляет. Но определить тонкости профессиональной подготовленности охотников и их питомцев – это прерогатива опытных экспертов.